Переходим к третьему тексту, зачитываю, называется «Не выебывайся». Это как продолжение предыдущего текста, который я вам зачитал, который назывался «Кто здесь глупый?». И там он заканчивается вот этим как раз этой фразой, ну, типа, «Живи, не выебывайся». Это как кредо духовной жизни, простое кредо. Только вдумайтесь, друзья, вот эти все достижения, регалии и звания, и высокий социальный статус, и профессионализм, успешного успеха, высочайшего уровня. Вот что это, как все больше и больше ограничивающие вас убеждения, которые вас затягивают, бросают в состояние жертвы? Потому что рано или поздно мир отторгнет это, да? Вас уволят с работы, вас там понизят, дадут зарплату, что-то там случится, работа закроется, что-то произойдет такое, где ваша профессия, она не будет востребована, например, да? Или вас как специалисты не будут нуждаться люди. То есть мир поведет себя несправедливо. Вот ко всем вашим замечательным способностям, которые вы накапливали, преуспевали, приумножали, как герой сказки шли, добывали вот это все больше и больше этой славы, почета, уважения и вот этого профессионализма. Вот эта вера, то, что я говорил про сказку, это вера в свою как бы высокоранговость такую, то, что вы такой качественный, высококачественный, суперпрофессионал своего дела. Что дает это в плане внутреннего ощущения? Вот этот суперспециалист, профессионал, в чем его смысл? Что он делает? В какой области жизни он приносит бесценную помощь и важнейший из важнейших вкладов в эту жизнь? Вы вообще понимаете вот всю грандиозность, вот грандиозность, величину вот этой наебки мирового масштаба? Как хитро устроена эта матрица, что каждый на своем месте чувствует себя центром мироздания. Помните, даже говорят, что вот даже там вахтер, например, он чувствует себя большим-большим начальником, потому что он может каким-то образом влиять на вот это пространство вокруг него. И так каждый человек на какой-то работе. Почему-то тут сразу не морковка, вот ослик и морковка, которая висит, и он туда идет. По сути, та же самая мотивашка для вашей работы, чтобы вы выполняли, перевыполняли план, поставленный вам, я не знаю, откуда-то начальством, а этому начальству поставило план другое начальство, и так далее, и так далее. Такая вот матрешка. И вы вкалываете, вы что-то там продаете или создаете, или организуете какую-то хуйню, которая для вас представляется очень важной. Вы называете ее важной для всего человечества. И вот чем дальше и больше вы туда вот в лес влазите, тем сильнее начинаете верить вот в это все. И обратная сторона этой медали – терять связь с реальностью. Потому что прилипаете к этой своей роли – мессия, спаситель, моя профессия, самая лучшая. И вы, ваша профессия, она очень необходима людям. Как-то я сгущаю краски, да? Но так ли это на самом деле? Такая, знаете, есть профориентация. У меня распрофориентация. Наоборот, после таких моих лекций, наверное, люди просто пойдут и уволятся нахрен с работы. Рассмотри это прямо сейчас. Что ты делаешь? Ну вот на самом деле, чем ты занимаешься? Ты, блядь, действительно, вот оно так серьезно, вот оно так все очень важно, и что можно себе мозги ебать, и другим окружающим. Ближним своим. Вот вспомните, вы приходите с работы домой, со своей важной-важной работы, и такие: я так устал, мне надо сейчас отдохнуть, и все идут нахуй. Ну, ближние мои там, дети, семья, похуй, подождут, у меня важная работа, блин, я тут типа добытчик и делал эту важную работу весь день. А если в конце недели, то всю неделю делал, поэтому я достоин чего? Я достоин лучшего, я достоин отдыха. Поэтому идите нахуй все, короче, я не могу сейчас, я устал. Такая важная работа. А так думается, ну чем занимается вот там контора, фирма, предприятие, завод, фабрика? Что они там делают такого, что, блядь, это супер-пупер важно, и без чего жизнь становится просто? Ну, не сможет быть эта жизнь. Она никак, ну, не способна без этого быть просто. Представьте себе, ну, что это такое? Исчезнет, да? Потому что все это суета. Просто суета-сует. Я сейчас не о том, что типа, да, давайте пойдем бродяжничать, напущу себе бороду и бродяга пойду по Руси, да? Как у Есенина в стихах где-то. Просто вы не забывайте о том, что это вся суета-сует. Все это просто спектакль. Вся жизнь игра, как это в песенке поется. И все просто вот идет своим ходом.
без всех вот твоих ООО, ИП, ЧП, ООН, ЮНЕСКО, Минздрав, ВОЗ, кто там, строй, какой-то режим определенный, идеология какая-то, объединение, клубы по интересам, партия, может быть, да, кого-то еще, если это интересует. Причем даже интересуетесь политикой или не интересуетесь политикой, потому что это тоже какой-то лагерь, это тоже какое-то предпочтение, тоже какое-то объединение, типа, а эти вот они интересуются политикой, они типа там crazy, они глупые люди, а я политикой не интересуюсь. И таких вот, как я, которые политикой не интересуются, это, блядь, целая банда, блядь, но тоже партия отдельная, которая против тех, которые политикой интересуются. Понимаете? То есть просто на противоречие, опять же. И они считают себя умнее. Потому что те, кто занимается политикой и изучают, они типа там погрязли, они там тупые и так далее. А мы типа не занимаемся, мы не изучаем, нас не интересует это. Вот. И поэтому мы такие тоже умные. Тоже очень важно, да? Это все к тому, что какого хрена ходить с важным видом, убеждать себя, всех вокруг, что ты такой супер-пупер ценный, уникальный, и твоя работа, она твоя работа. Потому что, ну, ты так считаешь, что она твоя. На самом деле, твоя ли это работа? То есть, вот представь, ты пошел в организацию, которая уже существовала до тебя, как минимум, и вообще ты ее не создал. Тебя просто взяли туда наемным сотрудником, наемным работником, и ты туда пришел работать. И ты там потом какие-то тебе там проблемки возникают внутри. Ну, типа, почему этого поставили выше меня, если, типа, я больше его, лучше его знаю. Вот в чатике тоже такие вопросы были. Ну, потому что вот так. Так это работает. А возникают переживания. Эта работа просто не твоя. То есть, она как бы есть, и туда пришел. И это твоя профессия тоже. Откуда она взялась, твоя профессия? Кстати, это вообще отдельная тоже история, исследование можно проводить. Профориентация. Делай то, что ты любишь. А что ты любишь? Как ты можешь это знать? Типа, выбери то, что тебе нравится делать, и учись этому. Тут, мне кажется, тоже какая-то, ну, иллюзия. То, что я это делаю, я выбираю, это мое дело, это моя профессия. Так иллюзия этого делать или как раз автора чего-то. Есть ли это на самом деле? Твоя работа. Раз, два, и закончилась твоя работа. Или там твоя профессия. Не востребована все до сидосики. И кто ты? Твоя страна, которая может меняться, там, я не знаю, каждые 10 лет. Я в Советском Союзе родился. Где эта страна, Советский Союз? Хуй ее знает. Похожа ли эта страна на ту страну, в которой я был? Ну, чем-то да. Прям какие-то там есть эти самые определенные вещи, которые не меняются, скажем так. Но опять же, это все очень субъективно. Конечно, это не та страна. Но вот эти ценности, вот эти сказки, они просто передаются как гены, так и мемы. И поэтому есть видимость, что это типа одно и то же. Хотя все это уже вот так вот все меняется, все эти отношения, все это комбинируется уже по-другому чуть-чуть. Потому что весь мир меняется, вся эта взаимосвязь. Ничто здесь не может быть отдельным. Поэтому твоя страна, ну тоже сложно сказать. Тем более уж мне, иммигранту, бордяге. Да где моя страна? Хуй знает, где я только не жил. Твоя семья тоже. Ага, типа ты ее выбирал, типа это твоя семья. Когда ты ее выбирал? Ну и, конечно же, вот мы самые крутые, мы самые лучшие, мы самые уникальные люди на всей планете. Поэтому предлагаю расслабиться, да, работу не бросать, не надо бросать ее сейчас, подумай еще. Просто сильно на этой теме не запариваться. Там вот и Саня меня спрашивал, кто там еще, кто-то еще спрашивал. Вот они на работе возникают, головняки, да? То, чего там, куда, как там, профессия, рост, карьерный, все кругом тупые, ничего не понимают, почему ставят выше меня там на должность каких-то там людей тупых. Понимаете? Потому что вы к этому серьезно относитесь. Типа, это ваша профессия, твоя профессия. Это твоя работа, твоя организация, и ты лучше, конечно, знаешь, как там должно быть. Но это не так. Это же не все не так. Это просто твои жесткие конструкции, вот эти, точнее, инструкции, как должно быть все вот это устроено вокруг. Какими должны быть люди, каким должен быть ты по отношению, как надо себя вести. Я веду себя как нормальный мужик, я веду себя как пацан, а так себе пацаны не ведут или как-то они там еще чего-то. То есть жесткие инструкции по отношению к себе. Как я должен себя вести, а как нет, понимаете? А у вас эмоции там совершенно другие, но вы должны кому-то. Причем это должен, это вот здесь же в голове у вас, вас даже никто этого не требует. Вы сами там себе уже чик-чик поставили там. Эти ограничители, и все. И за рамки этих рамочек вы выйти не можете. Хочется плакать, а вы такие улыбаетесь сквозь слезы, и мужчины не плачут. Ну, в таком духе. Печалька. Печалька. Поэтому вот эти инструкции, их надо как-то, ну, растворять потихонечку. Внимательно, критически смотреть на них и смотреть, откуда эта вся хуйня в голове у меня держится. Так ли это все важно? Так ли это прям профессия важна для меня? Почему так заморачиваюсь из-за этого? Позволяю другим мне мозги ебать, там, начальству, взывая там, к моему чувству, я не знаю,
коллектива, вот этого коллективизма, что я там должен там чего-то, кому-то там что-то тут подчиниться, там кого-то наклонить, тут к чему-то призвать, принудить для того, чтобы план какой-то выполнить. Кому? Какой в этом смысл? Не проще ли относиться к этому просто к какой-то игре, ну вот роли? Ну, типа, ну, вот такая у меня работа, типа, я это не то, что прям люблю, это моя профессия, но просто мне это получается, я занимаюсь этим хуевую тучу лет, и поэтому, ну, почему бы я и дальше, ну, этим не заниматься? Ну, только уже так, как бы, прикольно, чтобы как во сне. Типа, ну, есть и есть, ну, и окей, ладно, сценарий такой, значит, и ебанистический. И просто признайся себе, вот, Сократом, сократив в разы вот эти все страдания и мучения по поводу и без повода из-за вот этих вот ложных каких-то конструкций, убеждений, каким ты должен быть, какая должна быть твоя работа, значит, и мир вокруг тебя поменяется. Ну, если ты будешь человеком просто сам по себе полегче, поспокойнее и не такой замороченный. А формула простая. Просто говоришь, как Сократ. Я нихуя не знаю. Нихуя не знаю, и все. Потому что как только ты начинаешь на себя вот это вот набрасывать, типа, я знаю это, я знаю то, то ты тут же набрасываешь на себя вот этот весь груз ответственности и ограничений и убеждений каких-то, что типа ты специалист, ты, блядь, профессионал, а с профессионалом, блядь, с него и ответственность там другая, да, с него спрашивают больше, типа того, нахера тебе это нужно, ты выше головы своей как бы все равно не прыгнешь, потому что нет никакой выше головы, ты есть то, что ты есть в данном случае, а вот это вот иллюзия делателя, то, что тебе нужно что-то там достигать, или то, что ты достиг это своим собственным трудом, ну, такое. Просто поразмышляйте, к чему все это ведет. Я вам просто сейчас такую забросил, такую тележечку небольшую, для разрыхления вот этих вот залежей. А вы там дальше сами думаете. Опираться нужно просто на следующий момент. Ребят, это правда? На самом деле так. Это раз момент. И второй момент очень важный. Прагматично думайте, мне это пользу, вот эта мысль, эта идея, эти убеждения, она мне приносит пользу или нет? Но польза имеется в виду, в чем выражается? Мне становится легче, блин, жить. Ну, типа, я счастлив из-за того, что вот эту мысль с собой ношу, вот эту идею, вот эту убежденность в том, что я такой важный, то, что вот моя работа такая важная, я там тоже что-то должен. Или меня это, наоборот, нагружает всякой хуйней и позволяет манипулировать мной. Если эта мысль не полезна с этой точки зрения, она приносит вам вот эти вот все заморочки, то, может быть, стоит эту мысль отбросить нахрен. Ну, то есть, и подумать, почему я в нее поверил-то? С какой сказкой эта мысль стала моим убеждением и ценностью? И почему я до сих пор за нее держусь, если это самое мне нахер не нужно? Вот, собственно, такие идеи. Так, здесь прочитано. И когда приходит какой-то мудрый политик, умный, он просто всматривается в народ и смотрит, какую же сказку ему прочитать. И вот какую сказку хочет народ, такую сказку он ему и дает. Есть вопросы? Сенсей Макс отвечает. Подпишись на телеграм-канал. Иди по ссылке в описании.